В оздоровительно-образовательном центре «Дельфин», который на сегодняшний день имеет два филиала, занимается более 4000 детей и подростков. В бассейне в поселке Развилка когда-то начинал свою блестящую карьеру двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион Европы Евгений Рылов. Вот уже не первый год в честь прославленного спортсмена здесь проходит Кубок Евгения Рылова. В этот раз в соревнованиях приняли участие как воспитанники центра, так и гости из 10 округов Подмосковья. Программа построена таким образом. У нас будет вначале комплекс. Ребята показывать будут. Потом будет индивидуально. Это у кого баттерфляй, у кого спина. Это 50 метров. Кто-то брасом будет. И будут командные эстафеты. Подобные турниры – это основа развития профессионального спорта. У начинающих спортсменов появляется уникальная возможность встретиться с легендарными титулованными пловцами, которые служат хорошим примером. Именно так и появляются будущие звезды российского плавания, которые в дальнейшем будут представлять страну на международной арене. Даже в небольшом поселке, даже на короткой воде, в маленьком 25-метровом бассейне можно вырастить олимпийского чемпиона. И я прям хочу обратиться ко всем, кто только делает первые свои шаги в спорте. Не останавливаться, добиваться результатов. И только трудолюбие, упорство, спортивная злость способны привести к большим победам. Евгений Рылов уже вписал свое имя в историю не только российского, но и мирового спорта. Когда-то я приезжал на... до сих пор приезжаю на Кубок Сальников, теперь уже дети по младшему возрасту, но приходят на мои соревнования. Это, так скажем, как такое же достижение хорошее, как и выиграть Олимпийские игры. И вот он, пьедестал победителей. На третьем месте команда из Одинцова, на втором – ребята из Раменского. А кубок Евгения Рылова завоевали спортсмены из Видного. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.